Короче, Евгений, мне нужно, чтобы ты снял ролик про самый далекий поселок на Луганщине, до которого не доехать автобусом, не доехать паровозом, не долететь никаким самолетом, до которого не допрыгать, не доехать, не докатиться. И мне нужно, чтобы ты снял его на этой неделе. Может, я тебе просто верну деньги за чай? Поздно, Евгений! Почему это? Я тебе уже заказал тарелку сраного борща. Всем привет, друзья! Сегодня мы продолжаем свое путешествие по селам Миловского ОТГ. В прошлом выпуске у нас было село Великоцк, до которого добраться в принципе не составляет никакого труда, так как Великоцк находится в близости поселка Миловое, и плюс ко всему там проходит трасса, по которой ходят автобусы, или можно доехать до Милового на попутке. Но сегодня у нас на обзоре будет село, которое находится на максимально далеком расстоянии от Милового. Это село Деброво. Если не брать во внимание грунтовые дороги, то у нас есть два маршрута, которыми можно добраться до села Деброво. Первый — это через Зариновку. О Зариновке мы снимали в прошлом году видеосюжет. И второе — это через Стрельцовку, на Зориковку, Морозовку, Никольск и на Деброво. Этот маршрут у нас займет 65 километров. И мы поедем именно им. Почему? Сейчас объясню. Сейчас начнутся проливные дожди и, быть может, даже снег. И все грунтовые дороги станут непригодными для езды, и даже через Зариновку невозможно будет проехать. Ведь все мы знаем, что у населения забрали возможность ездить по небольшому участку дороги Т-1307, который проходил по территории Российской Федерации. Вместо этого построили грунтовую дорогу, которая опять-таки... Пока нет дождя, на ней движение еще возможно. А стало быть, у нас осталась только одна дорога, по которой можно добраться с Милового до этого села. С вами, как всегда, Евгений Калюжный, вы на Сепсис ТВ. Не переключайтесь, будет интересно. Итак, выставляем на спидометре нули, чтобы проверить, сколько по факту километров займет у нас расстояние от Милового до Деброва. И на часах у нас 10:30. И также посчитаем, сколько времени уйдет на дорогу. Первый населенный пункт, который мы проехали, это был Великоцк. Село Новострельцовка, довольно-таки крупный населенный пункт. Я думаю, что в скором времени он у нас тоже будет на обзоре. Повернули мы в Стрельцовке, на указателе было указано Деброво 44 километра, а сейчас мы проехали 21 километр. Где как не у нас, надо снимать сиквел «Безумного Макса. Дорога ярости». Мы добрались до новой дороги. Слева от нас находится село Зориковка, родина Дениса Гармаша. Ролик о самом селе есть у нас на канале, можете посмотреть. Село Пивневка. Я смотрю, освещение здесь до сих пор еще не сделали. На спидометре 48 километров, а мы только доехали до Никольска. Сейчас находимся в Никольск-1, сделали небольшую остановку, проехали 52 километра. И дальше у нас, судя по знаку, начнется интересная дорога. Осталось у нас около 15 километров.
До самого села уже осталось около 5 километров. Сейчас мы хотим показать вам интересный объект. Это железная дорога, которая российская. Она проходит по территории Украины, но, естественно, уже около 5 лет она не функционирует. Как это еще рельсы не поснимали? Итак, на спидометре 63,5 километра, мы практически на месте. Сейчас остановились на въезде в село возле памятника. А по времени у нас ушло сейчас 12:03, 3 минуты у нас небольшая была остановка, но у нас ушло 1,5 часа. Согласно данным из Википедии, на момент переписи населения в 2001 году здесь проживало 486 человек. Но с того момента прошло уже 20 лет, и мы сегодня хотим узнать, как изменилось количество населения в 2021 году. Чем живут люди и в каких условиях? Здесь живет Деброва. Сколько людей? Да. Человек 80. 80? То есть... максимум. Колись 1000 человек тут было. Фельдшер есть у вас здесь? Нет. Сейчас находимся в самом центре села. Обратите внимание, отделение Укрпочты, которое, к сожалению, давно уже не работает, но обратите внимание, с каких блоков оно было собрано. Строилось это здание, чтобы работало веками. Стадион, поросший бурьяном. Ну, если есть потребность, допустим, добраться до Мелового, как вы добираетесь? Ну, машину нанимать. Скажите, как вы считаете, какое будущее ждет село Деброво? Такого будущего нема, Молодежи немає. Школу закрили, медпункт закрили. Все. Судя по доскам, которые стоят внутри, здесь была школа. А школу давно закрыли? Да, наверное, год 5, наверное. Место, мимо которого мы проехать не могли, сейчас вы видите перед собой детский садик, который уже давным-давно заброшенный. Обратите внимание на то, что мы сейчас находимся не в Чернобыле, не в Припяти. Здесь не было атомного взрыва, просто люди начали покидать это место. А чем занимаетесь в основном? Дома. Дома? Не, ну дома может... Рука не работает, и нога не работает, что-то. Это я вышел, что хлеба нет, ничего нет. И, по-моему, он закрыт. Да, скорее всего, да.
А здесь находится один единственный магазин в селе, который закрыт до 28 октября. Я ж з Закарпаття. Ага. Ну, а тут я вже давно, вже 40 років. Людей вже немає. Хотів вже ось, бачите, самі. Як до поселка добираєтесь? Ну, як їде машина, так добираємося, а так наймаємо машину. Скільки виходить проїзд? Стоїмость? Ви не спрашуйте. Я хочу десь. Треба їхати у больницю, так машину наймаємо. В клуб ходите? Чого? Ну, может, мероприятия какие-то. Я побачу. Ось. А, вам отсюда, вам даже в окно вот видно, да? Сюда вже ніхто не приїде. Людей менше і менше. Не було інтернету, а потім спутника. Спутника антенна дорогого. Ага. А зараз вроді появився Київ-Старовський. Ну, він дешевле, ну, треба займатися, але я не нікуди. Так, скільки повна стоїмость, ви говорите, це в місяць? 500 гривень. 500 гривень в місяць, так, да, пользування інтернетом? Остановка, на которой написано село Деброво. Но автобусов здесь уже давно не было. Вот такая вот у нас получилась небольшая история о населенном пункте, который находится дальше всего в Миловской ОТГ. Если вы посмотрели это видео до конца, то большое вам за это спасибо. А с вами был, как всегда, Евгений Калюжный, вы на Сепсис ТВ. До новых встреч!